приехали на этот бивак для того, чтобы об этом заявить. Решение Владимира Чагина в связи с тем, что он не по своей вине оказался участником этого трагического инцидента, покинуть гонку, не имея морального права продолжать участвовать в этих соревнованиях. И поскольку действительно его вины в этом нет, о чем подтвердила коллегия спортивных комиссаров, вся команда проявила солидарность, вся команда решила оставить гонку в связи с тем, что мы глубоко переживаем случившееся и поступить иначе не можем. Конечно, это победа. Это победа, это мужская победа. Это победа мужского духа. Только очень сильный, уверенный в себе человек вот в этой ситуации принимает такое решение. Финиш – это конец. Старт – начало. Победа за тем, кто рвется к началу, к старту, к будущему. Истинный лидер прокладывает колею для истории, даже если пишет эту лоцию колесами своих КАМАЗов. Команда? Нет, не в 20 тысяч лошадиных. В сотню человеческих сил везет неподъемный для остальных бесценный груз победы. Маршрутом вечного начала. За горизонт. По бездорожью планеты Земля.